Сегодня суббота, и Вриндаванский будет ставить здесь спектакль в 8 часов вечера. И я, то есть, мне надо все равно, мне сегодня надо идти на нее поприсутствовать. И потом завтра у нас уход Шрилы Прабхупады, нужно тоже подготовиться. Сегодня все были на и ходили на парикрамы? Завтра день ухода Шрилы Прабхупады. Прабхупада ушел с земли и ушел из места Вриндавана в 1977 году. И завтра вы услышите много прославлений в адрес Шрилы Прабхупады из уст разных преданных. И мы позаботились о русском переводе также, то есть утреннее прославление будет без перевода, чтобы вы могли хорошо все слышать. И сейчас на этот праздник приезжает около несколько тысяч преданных завтра. Мы должны медитировать на то великое жертвоприношение, пожертвование, которое сделал Шрила Прабхупада, чтобы спасти все человечество. Это была самая первая встреча Шрилы Прабхупады и Бхакти Сиддхантаджи, когда тот дал ему наставление нести учение Господа Чайтанья в западные страны. Шрила Прабхупада сначала установил сознание Кришны в Америке, потом в Европе, и затем в бывшем Советском Союзе. And as you know, in his brief 5-day stay, he initiated one devotee, and how Krishna consciousness spread. All of you have actually participated in the process. И вы знаете, что как Прабхупада за 5 дней своего пребывания в России быстро обучил одного человека и сделал из него преданного, дал ему инициацию, и как от него пошло все сознание Кришны, пошла проповедь. Бхактивинода Тхакур предсказывал, что придет такой званый генерал, и он принесет учение Господа Чайтаньи по всему миру. Шрила Прабхупада очень много трудился, чтобы вышли на свет его книги. И мы можем получать общение со Шрилой Прабхупадой, читая оставленные им книги. Картик — это то время, тот месяц, когда мы должны усиливать свою духовную деятельность. And how do we increase our spiritual surrender? И как нам усилить свое, улучшить свое предание? By increasing our chanting and hearing. Надо улучшать качество и количество воспевания и также слушания. So your devotees have been going on different parikramas everywhere. Преданные повсюду ходят на разные парикрамы каждый день практически. Hearing the spiritual pastimes. Слушают лилы о Господе. And we should absorb ourselves in these pastimes. И погружаются в памятование об этих лилах. Chanting the holy name is beneficial in any situation. Воспевание святого имени всегда благоприятно. But it's most beneficial if we chant the holy name attentively. Но самым благоприятным является воспевание, когда вы делаете это внимательно. Three stages of chanting the holy name. Есть три ступени повторения святого имени. Воспевание с оскорблениями, вторая ступень, когда вы уменьшаете оскорбления, третья уже на очищенном уровне. И целью нашу должно быть избегать оскорблений.
the gains of devotional service can be spoiled by committing Vaishnava Apradha. И Чайтанья Махапрабху говорил, что наша цель, цель преданного служения, очень легко может быть разрушена впоследствии Вайшнава Апарадхи. We should be careful that we avoid offenses and we are always attentive in the chanting of the holy name. Поэтому мы должны очень внимательно, очень осторожно избегать оскорблений и быть очень внимательными при воспевании Святого Имени. And we look forward to Sadhu Sangha. И мы также должны стремиться к Саду Санге. Chaitanya Mahaprabhu was on a tour of southern India. Чайтанья Махапрабху шел со своим туром по Южной Индии. He met the great devotee Рамананда Рой. И там он встретил одного великого преданного, которого звали Рамананда Рой. Sarva Bharacharya had already warned him and already informed him that he would be meeting the great devotee Рамананда Рой on his tour of southern India. Сарвабхама Бхаттачарья предупреждал, он предсказывал, что по своему пути по Южной Индии он встретит Рамананда Роя, великого преданного. Externally, Рамананда Рой was walking like a gardener. Внешняя деятельность Рамананда Роя, он был губернатором. And he was working for a king called King Pratapurudha. И он работал на царя, которого звали царь Пратапарудха. Was also a great devotee of Lord. Который тоже был великим преданным Господа. So Chaitanya Mahaprabhu asked Рамананда Роя a series of questions. И Чайтанья Махапрабху задал Рамананда Рою ряд вопросов. One may say, why did the Lord ask his devotee? Кто-то может спросить, а зачем Господь задает вопросы своему преданному? Usually it's the other way around. Обычно должно же быть наоборот. The answer is, the Lord is anxious to glorify his devotee, just like the devotee is anxious to glorify the Lord. И ответ на этот вопрос будет такой: Господь также жаждет прославить своего преданного, как преданный стремится прославлять своего Господа. So several questions were asked by the Lord. И вот Господь задал несколько вопросов. These questions are very relevant and they are applicable in today's society. Эти вопросы очень важны, и они их очень легко применять даже в нашем современном обществе. One question was asked, what is the best education that one can get? И один из вопросов был такой, что какое самое лучшее образование, которое может получить человек? And Рамананда Рой explained, the best education is knowledge on the process of devotional service. И Рамананда Рой сказал, что самым лучшим образованием является получение знания о процессе преданного служения. You can have 1-0 and 100-0. У вас может быть 1-0 или 100-0. They add up to zero. Но они все равно все сводится к нулю. If you add one, the zeros become meaningful. Но если вы добавляете впереди единицу, тогда ноль приобретает смысл. So education that is devoid of spiritual understanding. Образование, которое лишено знания о преданном служении, это просто пустая трата времени. Therefore, in the Ishopanishad it is said, one must cultivate spiritual knowledge and material knowledge side by side. Поэтому в Ишопанишад говорится, что нужно культивировать в себе духовное знание и материальное знание параллельно. Another question one Рамананда Рой was asked, what is the most painful situation for a devotee to be in. Другой вопрос, который задал Чайтанья Рамананда Роя, это что самое полезное, какая будет ситуация самая полезная, в которой может преданный оказаться? There are different types of painful situations. То есть есть разные виды болезненных ситуаций. So the question was, what was the most painful situation to be in? А вопрос был, что является самой болезненной? And Рамананда Рой replied, there's nothing more painful than being separated from the devotee. И Рамананда Рой сказал, нет ничего больнее, чем находиться в разлуке с преданными. So we should constantly endeavor to be in devotee association. Поэтому мы всегда должны стремиться находиться в обществе с преданными. And Prabhupada advises that we should have our relationships like the bee. И Прабхупада дает нам совет, что наши отношения должны быть подобны отношениям пчелам, но не вести себя как мухи. Asked, what is the most auspicious situation to be in?
И также Чайтанья Махапрабху спросил, а что является самой благоприятной ситуацией, в которой мы можем оказаться? And the answer was to be in the association of the devotees. И ответ был, это быть в обществе с преданными. Вчера я вам рассказывал историю Налаквара и Манигривы. You saw how Nalakara and Manigriva were saved by the association of one exalted devotee. И как они были спасены благодаря общению с возвышенным преданным. Who was that devotee? И кто был тот преданный? Narada Muni. Narada Muni. So just like Prabhupada went to the Western countries and established the seat of Krishna consciousness everywhere. Точно так же Шрила Прабхупада отправился в западные страны и установил там сознание Кришны повсюду. И благодаря именно через общение с преданными, через распространение книг, через чтение этих книг, люди стали принимать сознание Кришны. Ample opportunity to associate. Это движение сознания Кришны дает нам огромные возможности для общения. We get an opportunity to associate with devotees, we get an opportunity to associate with the books. То есть и мы получаем возможность общаться с преданными, а также общаться с книгами. And by reading these books also we get transcendental wisdom. А когда мы читаем эти книги, мы получаем трансцендентную мудрость. Look forward to devotee association. Поэтому мы должны стремиться к общению с преданными. Потом Чайтанья Махапрабху спросил, а что за песню, которую мы должны, что за песню мы должны петь постоянно? Кто знает ответ? The song that glorifies Radha and Krishna. И Рамана Рай сказал, что должна быть песня, которая прославляет Радху и Кришну. Which is that song? И что это за песня? The Hare Krishna Mahamantra. Just like Mother Yashoda, when she was churning the butter, she was also singing a song. Как мама Яшода, когда разбивала масло, она тоже пела свою песню. What song was she singing? И что она пела? A song that she composed. Listing the demon that Krishna had killed. Песня, которую она сама сочинила, сложила, это было перечисление подвигов Кришны, когда он убил демонов. Каких демонов он убил, как это сделал. We unfortunately don't have to compose songs. Нашей удачи нам песен составлять, сочинять не надо. We can just take this Mahamantra, which is a prime benediction for this age. Мы должны просто взять Махамантру, которая является главным благословением этого века. The chanting of the Mahamantra cleanses the heart. Воспевание Махамантры очищает сердца. The chanting of the Mahamantra gives you real happiness. И повторение этой Махамантры дает вам истинное счастье. Just like Mother Yashoda, when she was chanting the song, listing the pastimes of the Lord, she was in complete ecstasy. Как мама Яшода, когда она взбивала масло и пела эту песню, она была совершенно в экстазе. And yesterday we were discussing Krishna lifting the Govardhan Hill. И вчера также мы говорили о том, как Кришна поднял холм Говардхана. For the period that the Govardhan Hill was being lifted, the Brijvasis were extremely content and happy. И как вот как мы говорили, что пока он держал холм Говардхана, и все Брижбаси были абсолютно счастливы. Why? Почему? Because they were meditating. Потому что они медитировали на лик Кришны. So we need to meditate on spiritual subject matters. Нам нужно медитировать на какие-то духовные предметы. Lord Vamadev says in the Bhagavatam 8th canto that even the wealth of the entire world cannot satisfy someone who is not a devotee of the Lord. А что говорит Рамана-дева в восьмой песне Шримад-Бхагаватам? Он говорит, что даже все богатства всего мира не могут удовлетворить того, кто не является преданным Господа. А преданный же Господа удовлетворен в любой ситуации. Рупа Санатана Госвами, а также Рагхунатха Госвами, они жили очень в шикарной обстановке. But when they came to Vrindavan,
They were virtually living like beggars in Madhukari. Они жили так, но потом они все оставили, придя в Вриндаван, они жили просто как попрошайки, как мадукари. И все-таки они были полностью удовлетворены, потому что они были погружены в воспевание святого имени. So one who is engaged in the spiritual path to be satisfied and happy. Тот, кто задействует себя именно на духовном пути, всегда удовлетворен и счастлив. Итак, вопрос Чайтаньи Махапрабху был в том, какую песню мы должны петь постоянно. И ответ был такой, это песня, которая прославляет их величественные Рады Кришна. Потом он спросил, что является самой благоприятной деятельностью? И Рамана Нарай сказал, нет ничего более благоприятного, чем преданное служение. Например, даже воспевание святого имени настолько могущественно, что если даже кто-то в шутку произнесет его, получает благо. Когда мы идем с Харинамой, столько разных растений, деревьев, животных слышат Святое Имя. И все они получают благо. Поэтому самой благоприятной деятельностью, в чем можем себя задействовать, это преданное служение. И следующий вопрос, который Чайтанья задал, на что мы должны постоянно медитировать? И ответ был такой, медитировать нужно на славу Святого Имени. Медитировать на игры Господа. И на Его учение. Арджуна был очень опечален, когда узнал, что Господь оставил этот мир. Но потом он погрузился в медитацию, которую Кришна дал в Гите. И он почувствовал так, что будто бы Кришна прямо здесь, сейчас с ним рядом находится. И наш аппетит к материальным вещам может быть потушен именно задействованием, погружением в преданное служение. И дело в том, что практика сознания Кришны можно его практиковать на любом уровне. И вот из этой вот лилы с поднятием холма Говардхана мы из нее можем извлечь много уроков. И, во-первых, мы видим, как Кришна, он хотел укротить гордыню Индры. И с другой стороны, мы видим, что Говардхан является великим преданным Господом. То есть, с одной стороны, Говардхан не отличен от самого Кришны. С другой же стороны, Говардхан служит Кришне разными способами. Коровы и телята пасутся там. Они едят траву с холму Говардхана. И Кришна проводит разные свои лилы там же на холме Говардхане. И все, кто медитирует на игры Господа, они прогрессируют духовно. Путь преданного служения очень четко описан, определен. В
1972 году Шрила Прабхупада написал поэму, прославляющую Господа. И он там и преданное служение говорит там, что путь преданного служения очень четко описан. We have great gratitude to Shrila Prabhupada for having given us the ancient wisdom in an easy language. И мы вечно благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он дал нам эту древнюю мудрость на очень простым языком изложенную, которую мы можем понять, легко понять. This was a challenge for Prabhupada to present the ancient wisdom in a language that the modern day population can understand. То есть это было на самом деле большим подвигом Шриле Прабхупады, что он изложил эту старинную мудрость на доступном нам языке. And he gave us a pure message. Without any distortion. И при этом он передал чистое послание, никак его не искажая. That's what the Bhagavad Gita is called as it is. Поэтому это называется Бхагавад Гита, как она есть. So we should regularly read these books. Мы должны регулярно читать эти книги. Associate with devotees. Общаться с преданными. And preach the glory of God. И проповедовать славу Господа. Sorry that today I had to give a very short. Простите, что сегодня действительно даршан очень короткий. Потому что мне надо еще посетить еще две программы. Есть ли какие-то вопросы? Как вы знаете, 19-го будет Ратха-ятра в Дели. И автобусы утром отправляются, то вернутся поздно вечером. If any of you wish to go, you can register with the welcome center. Те, кто хочет поехать, зарегистрируйтесь в информационном центре, желательно до 17-го последний день регистрации. Tomorrow we'll be celebrating Prabhupada's appearance all day. А завтра мы целый день будем праздновать уход Шрилы Прабхупады. Tomorrow the Mangal Arati in the Samadhi will be sung by Prabhupada. Завтра в Mangal Arati и в Самадхи Прабхупады будет петь сам Шрила Прабхупада. And the Bhagavatam class will also be given by Prabhupada. По Шримад Бхагаватам лекцию тоже будет давать Шрила Прабхупада. And then we start the program, the glorification of Prabhupada. It's a very ancient Sanskrit, there's an old Sanskrit pandit here who has been coming. Every year, when Prabhupada left the planet, he comes and glorifies the Prabhupada. И потом начнется программа прославления Шрилы Прабхупады. И каждый год, и в этом году тоже, приедет очень известный санскритский пандит, который с тех пор, как Шрила Прабхупада оставил этот мир, регулярно посещает программу по его памяти. То есть с 9 часов утра начнется прославление Шрилы Прабхупады, будут выступать разные преданные, в среднем по 5 минут. И в пол первого будет абишек для Шрилы Прабхупады. Потом будет прасад. А потом вечером программа продолжится в домике Шрилы Прабхупады. И это хорошая возможность для нас вот именно прочувствовать важность Шрилы Прабхупады. То есть это очень здорово слушать про прославление чистого преданного Господа. И Господь очень доволен, когда Он видит, что Его преданного прославляют. Having come to Vrindavan, especially in the month of Kartik, which presents us with a golden opportunity to create a surrender to the Lord. То есть, и мы говорили о том, что приехав в Картику сюда, во Вриндаван, мы должны задействовать себя в такой деятельности, чтобы это удовлетворяло Господа. And those candidates who have given the names for initiation or have initiated Krishna after the Darshan, the initiation on the 18th at 10 o'clock. Значит, те, которые подал, те, кто подал свои заявления, свои письма для инициации, еще раз подойдите сейчас после Даршана Кишори. Инициация будет 18 числа в 10 утра в храме, на центральной вот этой части храма. Постарайтесь завтра прийти на утреннее, сам вот это 4:10 Прабхупада Арати утром, 4:10 Самадхи Прабхупады.
И, конечно, в Саватхе будет завтра очень тесно. Некоторые люди придут очень рано, чтобы место себе там занять. Окей. Где будет написано Большом Пандале программа? Где Пандал? Большой Пандал это рядом. Пандал программа next to the Prasadam Hall. Пандал это рядом с Прасадом Холлом. Это здесь же. А ответ будет на Фогла Ашам. Фогла Ашам это по пути на Луи Базар, он спросит у Фогла Ашам. Yes, one more matter. Нелли Матаджи, вы откуда? Нелли, какой преданный ваш рекламный? Из Чандрашикхара. Нелли Матаджи, потом подойдете, будем хорошо поговорить. Окей, Харе Кришна. Даршан будет 18-го. И лично Даршана тоже будет 18-го. Завтра никаких Даршан, ни личных, ни общих завтра. Только Прабхупад. Но если кому-то очень срочно, лично даже что-то неотложное, завтра можно до 5 вечера после обеда подойти. Я могу попросить Амриту Прабху помочь мне быстро раздать просад, потому что на самом деле уже Махараджу нужно идти. Призванный, кто на инициацию, еще раз останьтесь здесь, пожалуйста, подойдите, проверьте свежую опасность. About one hour ago. When are you going back? Our group is...
Кто сегодня подал утром? Вот хорошо. Подойдите, пожалуйста, слушайте. Или сейчас вы дождитесь, подойдите. Jaipur.